Зовут Валерия Кравчук, это мой конь Багет. Мы приехали из Нижегородской области, приехали на учебно-тренировочные сборы по выездке. Мой конь Багет, мы с ним тренируемся не так давно, скорее всего, 1,5 года. Достижений не так много, но были один раз абсолютными чемпионами в Нижегородской области. Сегодня я тренировалась с Марией Владимировной Яблоковой. Мы работали над переходами контргалоп. Узнала, как надо работать с лошадью, и узнала, что как нужно работать рукой. В конный спорт я пришла 8 лет. Мы приехали тогда в клуб Путькова, и мне очень понравилось там. А потом сначала у меня была другая лошадь, а потом стал конь, Багет. И мы начали заниматься выездкой, но и конкуром тоже. Думаю, что учебно-тренировочные сборы развивают конный спорт. Новые знания, которые я получила у тренера Марии Владимировны Яблоковой, я применю на стартах.